Всем привет! Этот выпуск будет посвящен легкому транспортному самолету АН-26. Данная модель самолета является модификацией АН-24 и представляет собой цельнометаллический, свободно несущий двухмоторный моноплан с высокорасположенным крылом, однокилевым вертикальным оперением с форкелем и двумя подфюзеляжными гребнями. Самолет был оборудован двумя двигателями АИ-24ВТ, взлетная мощность которых составляла по 2820 лошадиных сил каждый. Двигатели установлены в гондолах, которые расположены на центроплане. Пассажировместительность данного самолета составляет 38 человек или 30 десантников. Грузоподъемность составляет 5500 кг. Масса пустого самолета составляет 15850 кг. Максимальная отметка скорости составляет 540 км в час. Крейсерская скорость 435 км в час. Практическая дальность насчитывает 1100 км. Модель имела ряд модификаций, каждая из которых имеет свои отличия. В наши дни используются модификации АН-26-100, которая вмещает в себя до 43 человек. Однако в этом самолете есть недостаток – отсутствие багажных полок. На видео показан самолет АН-26. Что скажете об этом самолете? Делитесь впечатлениями, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!